Это подкаст Сингенты. Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы в московской студии находимся с руководителем группы полевых испытаний технической поддержки «Сингенты» Вячеславом Кулаковым. Вячеслав, добрый день. Добрый день, коллеги. Группа полевых испытаний, она занимается наверняка не только полевыми испытаниями, так чем же она еще занимается? Мы испытываем препараты компании «Сингента», а также гибриды. Вот. Кроме того, мы отрабатываем элементы технологии возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур в привязке к тому региону, где у нас расположены площадки. Так как это все «Сингента», там только «Сингента» и тестируется или нет? Процесс тестирования – это процесс сравнивания чего-то с чем-то. Соответственно, всегда можно брать какие-то стандарты. И не всегда стандартами могут являться продукты компании «Сингента». В большинстве случаев контрольным является тот участок, который либо не обрабатывается, либо обрабатывается определенным образом, являющимся стандартом в том или ином опыте. Сколько «Сингента» занимается вот такой вот деятельностью? Сколько это вот в виде отдела какого-то, отдельной функции? В какой-то момент компания приняла решение выделить отдельных людей, которые будут заниматься опытами и исследованиями. В разное время они назывались по-разному, но пришло время, когда их стало уже большое количество, и их решено было объединить, так скажем, всех вместе, выделить в отдельную функцию и систематизировать их работу. На данном этапе, если мы говорим, что у нас 9 крупных локаций, на которых работает фактически 21 человек, но в ближайшие 3 года их станет порядка 13, а в течение этих 3 лет уже число сотрудников будет доведено до 40. История возникновения отдела полевых испытаний. Буквально вот в нескольких словах, для того, чтобы наши слушатели понимали, когда это все возникло, какая у вас экспертиза там по годам. Испытания стали проводить в компании, начиная с момента ее появления. Фактически все компании схожие по бизнесу, по-нашему, заходили с тех же самых, как бы начинали с того же самого. Этот отдел работал в большинстве случаев с институтами. Дальше мы стали понимать, что этого недостаточно. Опыты закладывались непосредственно по локациям, по различным там областям. Вот, и стало четко прослеживаться необходимость более детального изучения. Соответственно, количество сотрудников начало увеличиваться, и выделился отдел. 5 лет назад появился отдел полевых испытаний. У нас на сегодняшний день практически по всем основным регионам, где возделываются сельхозкультуры, есть отделение. Начиная от Дальнего Востока, заканчивая Краснодарским краем. Краснодар, Ростов, Пенза, Самара, Оренбург, Орел, Липецк, Барнаул. Ну, вся география российская, соответственно. Практически, да. Ну и сколько там вот этих испытаний-то? Мы так вот сейчас говорим, испытания. Один раз там, я не знаю, в одном месте картошку посадили, в другом озимку посеяли, и все испытания нет. На сегодняшний день на этих площадках фактически сосредоточены все основные сельхозкультуры, которые возделываются в регионе. Есть площадки, где там мы ограничиваемся 5 культурами. Есть площадки, допустим, если мы говорим про Липецк, там 14 культур. Угу. На сегодняшний день. И основные культуры региона, и плюс перспективные культуры. Сухие цифры. Если мы говорим про цифры, сколько опытов, сколько в год там проходит, сколько вот за эти 5 лет, может быть, провели, подбивали статистику? Количество площадок увеличивается. Сейчас сказать навскидку, сколько там за 5 лет, довольно-таки сложно, так как кроме вот этих крупных площадок, есть еще фактически вокруг каждой крупной площадки 3-4 выездных участка. Так как очень часто нам приходится искать вредные объекты, они не всегда расположены в одной локации, нам приходится выезжать куда-то. По количеству опытов, ну, если мы возьмем прошлый год, допустим, у нас прошло более 500 демонстрационных и технических опытов. У нас на площадке закладываются глобально несколько видов опытов, как технические, так и демонстрационные. В чем разница? Почему мы не показываем технические опыты? А то этот вопрос мне постоянно задают. Технические опыты, они закладываются строго по методикам, определенными делянками, определенной повторности. И там нельзя допускать каких-то дополнительных факторов, влияющих на результат опыта. Когда мы приходим на тест-драйв, мы хотим пощупать, попробовать растение вырвать, посмотреть. Соответственно, данные могут быть уже необъективны. Поэтому на эти площадки мы стараемся не пускать. Они закрыты для того, чтобы, ну, просто их не испортить. Не потому, что мы там хотим что-то скрыть. Опять же, кому-то интересно смотреть на мелкую делянку. Кто-то просит
а заложите нам, пожалуйста, трактором, там, большим опрыскивателем, чтобы мы посмотрели. Соответственно, под заказ мы можем делать и мелкоделяночный, и крупноделяночный опыт именно для демонстрации. На эти опыты мы всех приглашаем. А то, что закладывается для демонстрации, у нас отражено на страницах нашего сайта. Соответственно, на сайте Сингента, на странице техподдержки есть страница полевых испытаний. Можно на нее зайти, выбрать тот или иной агроцентр, вот, и, соответственно, уже внутри агроцентра познакомиться с теми культурами, во-первых, какие там есть на площадке. Дальше познакомиться с теми людьми, которые выполняют эти опыты непосредственно физически, как бы руками. Там же есть контакты, если вдруг кому-то прям очень хочется с ними связаться и поинтересоваться. Плюс есть карта с локациями, куда можно приехать. Это общая информация. Также по каждой культуре есть информация, какие опыты там заложены, какие продукты как бы исследуются, когда лучше приехать посмотреть. Фактически у нас страницы обновляются два раза в год, так как у нас есть и яровой, и озимый сев. Постоянная информация обновляется. Даже в данный момент идет работа над обновлениями фактически на 23-й год информации по опытам. Как только появляется желание, человек может зайти, посмотреть, сделать для себя какие-то выводы. Плюс там привязана часть видео, которые непосредственно были подготовлены и сделаны на этих локациях. Ситуация в поле. Если говорить про опыты, были ли вот какие-то практические примеры там, каких-то препаратов, когда увидели опыты вот, на наших полевых площадках и уже потом сказали, что да, вот я у себя так это применю? Могу сказать, что их миллион в буквальном смысле этого слова. В большинстве случаев все, что мы делаем, это делается именно для наших сельхозтоваропроизводителей, когда мы закладываем какую-то демонстрационную часть. Не мы хотим, в большинстве случаев, посмотреть, как это работает. Хотя и это тоже. Мы и начали делать демонстрационные площадки, как я и сказал, именно потому, что у нас приходит большое количество запросов на это. Людям интересно, они просят показать, рассказать. Они хотят увидеть сами. Они просят возможность посетить наши площадки. По этому году у нас были случаи, когда я приезжал на площадку и несколько раз доставал одних и тех же людей там. Я им задал вопрос: ребята, что вы тут делаете? Предыдущий раз он, допустим, приехал посмотреть обработку семян, потом там гербицидную обработку, потом фунгицидную. А потом он приехал, ну, просто потому, что я приеду, вдруг что-то интересное покажете. У вас тут всегда есть что интересное посмотреть. У меня было время, я приехал. Зачастую это люди, которые либо ведут этот бизнес, либо принимают решения в этом бизнесе. Очень часто они туда едут для того, чтобы что-то посмотреть и потом это реализовать в своих хозяйствах. Примеров действительно очень много. Полевые экспедиции и полевые города, которые всегда были у Сингенты. Чем они отличаются, в какую сторону они отличаются? Были ли уже какие-то отзывы клиентов? Фактически это новый формат. В чем глобальная разница? Те полевые города, те мероприятия, которые проводились ранее, они проводились 1-2 раза в сезон. Это было очень обидно, потому как площадка работает постоянно. Люди пытались попасть на эту площадку все время. И мы сели и подумали, что окей, мы попытались это все показать на видео, но люди все равно хотят пощупать руками. И мы решили предоставить им такую возможность. В формате полевых экспедиций человек может сам в удобное для него время записаться на тот опыт, на ту площадку, куда ему интересно, и по предварительной записи через сайт на нее попасть. Соответственно, он может получить понимание того, что происходит на участке непосредственно в динамике. И это самое главное и основное отличие от тех мероприятий, которые были ранее. Плюс он может задать любые интересующие его вопросы напрямую техэксперту и людям, которые работают на этих площадках. На больших мероприятиях зачастую люди приезжали для того, чтобы узнать какие-то новости о компании, потому что, ну, понятно, 1-2 раза за год, что там, на что там сакцентируешь внимание, что ты там сможешь увидеть, кроме там каких-то новинок, на которые будут сделаны акценты. И фактически ты можешь узнать только то, что в целом произошло, либо происходит, либо что будет происходить в компании. Формат полевых экспедиций дает возможность, во-первых, приехать на площадку, задать те или иные интересующие тебя вопросы экспертам. Во-вторых, это позволяет, как я и сказал, в динамике отследить работу того или иного продукта, начиная чуть ли не от момента нанесения, заканчивая эффективностью. Понять, как это работает, разобраться в нюансах, вникнуть в детали. Соответственно, здесь уже немножко аудитория меняется. Туда едут именно заинтересованные люди, тем, кому важно докопаться до истины, так скажем. Ну вот мы говорим полевые экспедиции, формат и прочее. В чем заключается эта полевая экспедиция? А на самом деле все абсолютно просто. Человек может узнать информацию о том, что происходит на площадках,
либо от сотрудников компании, либо зайдя спокойно на сайт компании Сингента в раздел «Полевые испытания». Соответственно, там он может тот участок выбрать, который ему интересен, посмотреть ту культуру, которая ему интересна, выбрать опыты, которые ему интересны, посмотреть, когда они закладываются, и оставить заявку. Соответственно, он может написать, что меня заинтересовал тот или иной продукт, я хотел бы его посмотреть там, в ближайшие там, 2 недели. И он получает ответ, что мы вас готовы принять, приезжайте такого-то числа. В экспедиции приезжают люди, которым интересна определенная тема. И там уже люди, которые не знают друг друга, но у которых есть общие интересы, они начинают уже между собой вести диалог и общаться. Полевая экспедиция – это сколько человек? Полевая экспедиция – это начиная от 3, заканчивая 10 человеками. Это средняя группа. Она может быть больше, так как некоторые организации впоследствии задавали вопрос, а можем ли мы привести своих сотрудников поучиться? Было и такое, когда там приезжало там, 15 человек. Но мы старались все-таки выделить группы, разбить их там, до 10 человек. Мы их разводили в разные концы поля, либо старались сделать так, чтобы группы приезжали в разное время. Все-таки, когда ты общаешься с людьми глаза в глаза, ты можешь держать их внимание. Они понимают, что они могут тебе задавать вопрос в более доверительной обстановке. Так скажем, когда их там уже больше 10 человек, ну, уже не тот контакт, не так идет уже доверительная беседа. Опять же, когда 10 человек, кто-то уже стесняется задать вопрос, в буквальном смысле слова стесняется. Кто-то, наоборот, там распаляется и не дает сказать кому-то уже. Люди начинают отвлекаться. Как только группа небольшая, все вовлечены в процесс, все лезут в поле, идут что-то копать, дергать, смотреть, задают вопросы. Вот как только человеку неинтересно, он достает телефон, начинает в нем ковыряться. Вот если, так скажем, группа должна быть ровно такой, чтобы никто из этой группы не пытался отвлечься. Вот так вот, наверное, отвечу даже на этот вопрос. Понятно. Яркий пример с телефоном – это вот просто, наверное, такая сейчас лакмусовая бумажка, которая абсолютно верно покажет, насколько интересно присутствие на поле. А это агрономы приезжают или руководители хозяйств приезжают, или кто вообще вот в первую очередь приезжает на полевые испытания? Ну, начнем с того, что записаться может любой человек. Вот абсолютно любой, начиная от студента вуза, заканчивая руководителем холдинга. Я больше скажу, потом эти руководители холдинга присылали группу агрономов своих туда. Когда приходят запросы, мы видим, на что записываются люди. Ну, нет смысла вести, допустим, человека, если он пишет, я хочу посмотреть всю площадку, когда вам будет удобно, пригласите меня. И человека, я хочу посмотреть, как отработал тот или иной продукт, допустим, тот или иной там, фунгицид на 25-й день после его применения. Ну, смысл их объединять, потому как они приедут, у них будут абсолютно разные интересы. Если опять поговорить про цифры. У нас через наши площадки в рамках полевых экспедиций прошло порядка 750 человек. Ого! Планы на этот год 2500 человек, не считая сотрудников компании Сингента. У нас очень часто спрашивают, а как же вас найти? Соответственно, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карта, мы там будем. И там очень тоже много сейчас народ активно оставлял отзывы в этом году по тем площадкам, которые посещали. Но если у нас получится пригласить кого-то и записать подкаст, я думаю, что это будет просто великолепно. Я напомню, что сегодня в московской студии подкаста «Сингенты» мы общались с руководителем группы полевых испытаний технической поддержки компании Вячеславом Кулаковым. Вячеслав, спасибо, что нашел время поговорить и рассказать слушателям о таком проекте, как полевые экспедиции, полевые испытания в целом. Надеемся, что еще не раз услышимся. Еще раз спасибо. Welcome в наши соцсети, ВК и Телеграм-каналы. Вы всегда сможете найти по названиям «Полевые испытания». Заходите на наш сайт, записывайтесь. С радостью ждем вас на наших площадках. Покажем, расскажем все, что знаем и умеем. Подкаст «Сингенты» можно послушать на сайте компании singenta.ru либо в любых подкаст-платформах, которые доступны в России. Большое спасибо, что послушали нас, и до новых встреч. Счастливо.